Коренной перелом в отношении к творчеству Аллы Борисовны и переоценка ее вклада в историю российской музыкальной культуры произошли у Сергея Соседова в 2010-м. В том году концертом «Сны о любви» в Кремле последняя народная артистка Советского Союза открывала очередной прощальный тур. И оказавшийся в зале музыкальный критик был в шоке от увиденного. «Все увиденное напоминало мне похоронную процессию», — пояснил Сергей. Казалось, что это покойника подняли из гроба и усыпают цветами, настолько тяжелым было зрелище. И уже тогда я понял, что с Пугачевой что-то случилось. Я не сразу узнал ее, думал, это пародия. В женщине со скрюченными руками не было ничего от Пугачевой, которую я когда-то знал, любил. Зрелище было ужасное. Соседов решил удостовериться в том, что не одинок в своих оценках. «У меня есть знакомые врачи, которые относятся к Пугачевой нейтрально», — рассказал критик. И я показал им запись, попросил сказать, как они оценивают состояние человека на этом видео. Вероятно, она перенесла инсульт или серьезную операцию на сердце,